Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Holy Play. Седьмой сир, у них здесь Кирилл Путбуль. Так, по названию ролика, я думаю, вы догадались, короче. Да, я решил Тимохе подогнать бизнес. Так как мне нельзя владеть бизнесами, короче. Есть такое правило, пацаны, нельзя владеть бизнесами на двух серверах. У меня на 01 есть бизнес, поэтому я сейчас куплю бизнес Тимохе и потом подарю его. Сейчас сначала я, видите, записываю серию, как я его куплю, этот бизнес. А потом уже посмотрим реакцию, когда я буду ему его дарить, короче. Я, блин, только с работы пришел, пацаны, очень устал, поэтому извиняйте, если буду тупить. Потому что реально рук и ног не чувствую, устал очень сильно, на жаре еще. Поэтому как-то так. Давайте сейчас купим ему этот бизнес. Какой именно бизнес, пацаны? Это 24/7 возле его дома. Сейчас я вам покажу, где находится. Я там писать, лучше бы мне подарил и так далее. Пацаны, конкурсы для вас я буду делать, не переживайте. Я недавно разыграл BMW M5 и 60, как вы помните, поэтому конкурсы будут. Кстати, вот этот мотоцикл, наверное, вы видите последний раз, потому что мне надо будет потом Тимохе 500 тысяч передать, чтобы... А не, возможно, я, кстати, его не продам, этот мотоцикл. Сейчас посмотрим, не знаю. Вот Тимохин дом, если что. Он сейчас, кстати, в скайпе, но он меня не слышит. Он там тоже видосик монтирует, если что. А я вот для вас видос снимаю, поэтому не он меня не слышит, не я его не слышу, потому что я выключил звук. Вот его дом, Тимоха Домино, если что, запомните, вот здесь он живет. И вон там есть бизнес, пацаны, да, есть бизнес, но здесь рядом тоже есть бизнес. Но этот бизнес дороже, короче, у меня всего лишь рядом 600 есть. Вы спросите, блин, Кирилл, зачем ты ему даришь там машину, дом ему, кстати, тут я подарил тоже, вот этот дом я ему подарил тоже. И бизнес хочешь ему подарить. Просто хочу ему сделать, это сказать, приятно, чтобы он снимал видосики для вас, пацаны. Потому что, я думаю, подписчики Тимохи тоже меня смотрят, поэтому... Хочу ему сделать приятно, чтобы он снимал, хоть я не могу бизнеса здесь иметь, пусть у него хотя бы он будет. Так сказать, сделаю для него все условия, чтобы он мог снимать на седьмом сервере и хотел снимать здесь. Потому что я хочу, чтобы он чаще выкладывал видеоролики, в принципе. Я думаю, вы тоже этого хотите, поэтому обязательно поставьте лайк. Короче, вот этот бизнес, это 24/7, напротив его дома, как я повторюсь. Вот он здесь находится. Я сначала думал, может столовую купить. Но столовая, думаю, не так будет интересно, в принципе, чем 24/7. Поэтому лучше купим 24/7. Что-то у меня варнинги в чате вылетают. Лишь бы не крашнуло. Так, давайте покупаем бизнес. Пишем BuBiz. А, не, его купили, блин, вы прикиньте. Его купили. Лол, блин, вот это, конечно, битка. А столовую купили, может, ему столовая подойдет. Блин, хотя я хотел 24/7 ему купить, но 24/7 куплен, а столовая, я не знаю, сейчас посмотрим. Столовая стоит по ГОСУ, может, ему столовую купить? Я думаю, он будет тоже этому рад, в принципе, столовой личной. Бля, что-то эти варненькие мне вообще не нравятся. Давайте, я думаю, туда столовую купим ему. Хотя я хотел 24/7 купить, ну ладно. Думаю, столовая тоже будет неплохой бизнес. В принципе, да. Все, я купил его, короче. Таймим. Тайм. Все, я купил бизнес. Тимохе. Ну, короче, как я и думал, меня крашнуло. Но я успел запись остановить, поэтому все заебись. Сейчас посмотрим. Вот этот бизнес, короче, находится он в, так сказать, Бусаева. Вот здесь, возле его дома, также находится. Ну, я думаю, он будет рад бизнесу, потому что я в видосе слышал, он говорил, типа, хочет себе бизнес, поэтому я думаю, он будет рад этому. Бухаевка, столовая, 1 миллион стоит. Да, конечно, не очень дорого, но, пацаны, я думаю, тоже ему будет приятно то, что у него будет свой бизнес, тем более здесь интерьер очень даже прикольный. Так, давайте я курицу поем. Давайте посмотрим Бусинес, я думаю. Ну, здесь даже прибыль есть, пацаны, 7 тысяч. Нужно будет его платить, товаров здесь, конечно, мало. Но с этим мы разберемся, но давайте я поеду хотя бы его плачу, чтобы он не слетел у него. Потому что если слетит, будет довольно-таки плохо, я думаю. Но так будет заебись. Сейчас поедем, купим бизнес. Ой, оплатим бизнес его. Так, Q. Бизнес мы уже купили за 1 миллион. Конечно, бабок у меня не очень много осталось, но может сходим в казик, как сам. Хорошо. Так, поехали. Короче, в банк. Оплатим бизнес его.
хотя бы на дней 10, чтобы он и был оплачен, чтобы он не слетел. Если меня смотрят админы, пацаны, то я, короче, его продам. Либо сегодня ему отдам его, точнее, либо завтра. Поэтому не нужно меня банить, как бы. Я специально купил этот бизнес, чтобы подарить ему. Поэтому не нужно меня банить. Так, все, я бизнес заплатил на 10 дней, как раз свой дом еще платил. Вот, на 10 дней оплатил, прибыль за день 7 тысяч. Давайте афинку пляну. Ну, прибыль здесь хоть была какая-то, это уже хороший знак, в принципе. Я думаю, Тимохе он понравится этот бизнес, потому что столовая, ну, довольно-таки редкий бизнес. Ну, не знаю, мне нравится столовая, у меня было много столовых на первом сервере, поэтому я думаю, это будет нормальный бизнес. У меня остается 600 тысяч. И в следующей серии, может, не в следующей серии, ну, короче, ставьте обязательно лайки, пацаны, чтобы серия вышла быстрее, как я буду его вручать Тимохе. И посмотрите как раз его реакцию, потому что я думаю, реакция у него будет очень даже хорошая. Потому что, ну, подарить бизнес, даже хоть и не крутой бизнес, да, это не АЗС, когда это не казино, но все равно это бизнес. Бизнес рядом возле твоего дома, поэтому я думаю, ему будет приятно и ему понравится этот бизнес, он будет рад. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.